Валера! Иди сюда, что покажу. Ага, я уже 20 лет назад повелся на твое, что покажу. 20 лет живем, ничего особенного не видел пока. Ты куда? Я на орбиту. Здравствуйте, органы опеки и попечительства. Мы хотим забрать ваших детей в детский дом. Родненькие, где же вы были раньше, все это время? Делать, если много денег, но никто меня не любит. Как это тебе? Я уже люблю тебя. А не хлопнуть ли нам примашки? Заметьте, не я это предложил. Стоит девушка на мосту, собирается покончить с собой. Смотрит такой, подходит к ней бомж, короче, говорит, слушай, говорит, блин, давай, говорит, я тебя сейчас просто поимею, говорит, а потом прыгай. Он говорит, вы что, говорит, не буду я с вами спать. А, ну ладно, тогда я внизу подожду. Что это? В Японии зарплату мужа переводят, зарплату на карточку жены. Какого хуя у меня там пусто? Это для не Японии, детка. Идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. Это другие грабли, новые модели. Не надо. Это все по-другому совсем. Там уже зубья в другую. Опс. Иди сюда. Я тебя сейчас жестко чпокну. Серьезно? Да. Да че же ты? Садись, Mortal сыграем. Да ты только так и можешь. Живаю максимально прекрасную жизнь. Она полная радости, приключений и так далее. Вот почему мне все говорят, что это алкоголизм? Я вот этого понять не могу. Может, хоть сегодня ты мне сделаешь этот, как его? Ну, блин, я тебе говорю, у меня реально спина болит. Ну, давай как-то, может, не Не парься, я как-то сам поднесу. Фу, чем воняет? Ты опять напердел? Я люблю газ давать, пизда. Что это мой любимый муженек футбол не смотрит или бокс? Я тебе купила креветочки, твой пивасик любимый. Бля, сильно. Фара, капот и бампер. Хочу начать бегать по вечерам, но у меня не получается, потому что по вечерам я бухаю. Я бы бегал утром, но не бегаю, чтобы не нарушать систему вечерних тренировок. Вот, поставил москитную сетку, чтобы ничего не залетело. Но, блядь, моей бывшей это не помогло. Бля. Надежда-то была. Самолет летит. Куда летит? Че? Мне кажется, эти шины не годятся для гонок. Да, это гоночные шины. Эти шины годятся для езды со скоростью 300 миль в час. Приезжаю в сервис всегда, и они всегда по схеме действуют одной. Ты, короче, приезжаешь, они вокруг тачки собираются вот так и пыхтят, короче. Реально такие... А много лет? Сергеич, подойди, посмотри. Выходит Сергеич, блядь, всегда лицо в масле, блядь, такое, знаешь. Подсолнечном. И тоже такое... Зовет какого-то Юрича, блядь. Приходит Юрич. Юрич всегда там, знаете, вот этот мужик с детским лицом. Знаете, вот этот? Продажа Toyota Tiggo. 2008 год. Добрый день, мои дорогие подписчики. С вами снова я, веду сегодняшний разговор, расскажу вам, как провел сегодняшний день. Значит, я сегодня утром проснулся, сел в свой Lexus, приехал на свою работу любимую, и вот сижу со своим персоналом, у меня в подчинении 10 человек, раздал сегодня им все задания. Мне кажется, я не смогу себя контролировать. Сяжу в гараже я и думку гадаю. Чому я не пьяный? Чому не рыгаю? Боюсь вас расстроить, но ваша дочь, кажется, перебрала с алкоголем.
Да не может быть, она даже в рот не берет. Боюсь, мне придется еще раз вас расстроить. Эх, была бы у меня синяя изолента, я бы фонарик починил. Вообще синей изолентой можно все починить, а черная это так. Кофеёчек, тёлочки, вот блять, вот блять. Если к вам подкрались сзади, и ваши глаза закрыли мягкие ручки, а в спину уперлась пышная грудь, и послушался нежный женский голос «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серёга, ты что ли?». Поверьте, так будет лучше. Мне когда в детстве у родителей денег не было, они мне говорили, типа, босиком ходи, это полезно. Наёбывали так. Так, сказали еще посмотреть, как дела у предохранителей. Как дела? Нормально. Ну, чё так? Заебись. Да? Ну, отлично. Я, конечно, сначала подумал, что Светка мне на завтрак приготовила только огурцы и помидоры. Оказывается, там еще и бутики были. Да, вкусные бутики. Многие меня спрашивают, зачем тебе столько помидоры, огурцы, зелени? Ответ очевиден. Просто, чтобы купить одну-две лишних бутылочки водки. У каждого из нас, кому за 30, есть одна маленькая мечта. Это прийти к стоматологу с пачкой денег и вылечить все зубы. Понимаешь? Смотрите, какое было сделано техническое решение для комфорта тракториста. И не трясет тебя. Все великолепно едешь. Понятно почему. Потому что вот какие колеса были раньше у трактористов, которые работали в полях. Пьющая девушка, она вот, знаете, как одинокий КамАЗ на штрафстоянке. Вроде выглядит не очень, но дверь в кабину всегда открыта. Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Будем честны, по факту отцом ты становишься, когда у тебя появляется второй ребенок. Когда у вас один ребенок, а тут у твоей жены есть ребенок, это вообще не твой геморрой, правильно? Когда появляется новый сын, там старый переходит к тебе. Там как с айфонами схема один в один. А 2023 год будет? Да тут не ясно, будет ли четверг. Не перескакивай. Да-да. Мне нужно порчу снять. А порчу у нас делали? Да. Галя, у нас отмена. День компании Mercedes-Benz Беляева, меня зовут Дарья. Вам удобно сейчас разговаривать? Удобно. Вы больше года не были у нас на сервисе, хотела бы уточнить, все ли в порядке. Наш разговор записывается? Да, конечно. Это хорошо. Все стало хорошо, жизнь наладилась. Вот, семейное, финансовое, настроение стало лучше. После того момента, когда Mercedes покинул мою семью.